Ивановцы будут получать социальные выплаты ежеквартально, сразу за 3 месяца. В департаменте соцзащиты пояснили, изменение коснется только периодичности перечисления средств. Суммы останутся без изменений. Новшества касаются пособий на ребенка, выплат льготным категориям, ветеранам труда, труженикам тыла, репрессированным и реабилитированным, работникам соцсферы в сельской местности. Также ежеквартально будет выплачиваться компенсация по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда региона и педагогам в селе. Никаких дополнительных документов или справок жителям области предоставлять не нужно. Изменение обусловлено упрощением административных процедур. Также переход на ежеквартальные выплаты вызван сокращением на четверть штата госслужащих в системе соцзащиты. Соответствующий законопроект рекомендован к рассмотрению на следующем заседании областного парламента. По новой системе меры социальной поддержки жителей региона получат в следующем году. Это будет январь следующего года. Предполагается, что выплата будет формироваться в месяц последний, месяц квартала, а выплачиваться в месяц следующий за последним месяцем квартала.